Христа. Верим, Господь, что через нашу веру в Твоего Сына мы рождены от Тебя в Твое Царство. Верим, что грехи наши прощены ради имени Иисуса Христа. Верим, что Христос умер за грехи наши на кресте, что Он погребен был по Писанию, воскрес в третий день, из мертвых, сейчас жив, сидит одесную Отца. Верим, что Он грядет во славе, чтобы судить мертвых и живых. И мы также верим, что верующий в Него не судится, на суд не приходит. Благодарим Тебя, Господь, за это. Дух Святой приглашает Тебя, просим, чтобы Ты взял в свои руки это время, это место. Боже, благослови нас и прославь имя Сына Божьего сегодня. Во имя Иисуса Христа. Тебе вся слава. Аминь. Слава Богу. Слава, аллилуйя, аллилуйя, 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 слава,
стоит там свобода, недруга 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 стоит. Аллилуйя, 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 Иисус наш Господь.
любовью разрушил сомнения и страх. Он ведь из колена Иуды, воссевший на небеса. Бог мог грядет в своей славе, воскликнет имя Его. Иисус скоро вернется за нами, водите царство Его. Аллилуйя, 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 Иисус наш Господь. Твоим помазанием, дорогой Дух Святой.
Боже, пускай основание ляжет в этом учении, в этой воскресной школе, во имя Иисуса Христа. Боже, мы молим о Твоем основании, о Твоем семени в эти сердца, Боже, во имя Иисуса Христа. Благословляем Твое имя, Боже, отдаем наших детей в Твои руки. И мы молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, присаживайтесь. Сейчас совершим еще одно служение. Благословенное служение. Хорошо. Так, есть. И есть еще одна молитва. Я хочу анонсировать. Это будет служение чудес. Так. Служение чудес. Все знают, да? Да.